Сейчас мы находимся на территории кемпинга в Черкизово. Вот это бассейн, термальные бассейны, ворота, которые откроются в 8 часов. Вот территория кемпинга. Домики, места для парковок. О, какая красота! Такие домики. Кто не хочет жить в гостиницах? Вот это вот для богачей. Вот здесь можно помыть посуду, даже приготовить. А, это кухня, полноценная кухня. Так. Территория поистине огромная. Даже не пойду туда до конца. Красота, тишина. Еще рано. Еще нет, 7:30 сейчас. Здесь уже места для машин. Прицепы, автодома. Большая территория. Что за теремок стоит? А сейчас поднимусь. Что за теремок, теремок? Вот здесь, наверное, что-то будет летом. Терраса открытая. Везде туалеты, души. Вот тут мужской. А ну-ка заглянем в этот женский. Красота. Чистота. Тишина. А, тут души. Душевые кабинки. Здесь туалетные кабинки. Какие запахи. Везде, на каждом шагу туалет, душ. И самое интересное, о, на себя посмотри, в туалетах
На сливе горячая вода, которая тоже пахнет чем-то, не знаю, тут лечебная вода, фен. В общем, красота. Это, скорее всего, центральные ворота, в которые мы въезжали. Сразу отель стоит. И вот территория огромная. Вот теперь найти то место, где мы стоим. Нужно заблудиться. Вот. Везде почти что открыты окна. Или живут, или мода здесь такая, чтобы были открыты ставни. Везде открыты. Правильно, солнышко пускают в дом. Вот, нашла наш караван-сарай.